Уже начался забег. Я еще раз повторяю, что мужчина сегодня выступает на дистанции 2000 метров. 10 кругов по дорожке легкоатлетического манежа. Ярославль предстоит им преодолеть. Сегодня заключительный день соревнований чемпионата России по летнему четырехборью. Полиатлон, летнее четырехборье в закрытых помещениях. Результаты второго забега мужчин на дистанцию 2000 метров. Александров Николай 8.06.6. Семенов Дмитрий 6.19.6. Прокофьев Павел 7.07.5. Сысоев Роман 7.29.8. Мусиенко Виталий 7.18.3. Спиридонов Максим 6.25.2. Александров Анатолий 6.08.3. Малинин Александр 6.08.5. Филиппов Илья 6.41.4. Кирихов Руслан 6.25.7. Трутман Антон 7.03.2. Писалов Андрей 6.47.8. Мы видим, что этот забег возглавил Иван Тимонов на грудь номера 60, спортсмен из Читы. Вторым идет Сергей Колдин Сасова. Ну и, соответственно, борются с ним спортсмены под номером 221 и 223. Это Сергей Сафонов из Калуги и Роман Чистоступов, город Дубна. Итак, по-прежнему забег возглавляет Иван Кимонов, город Чита, нагрудный номер 60. На вторую позицию сейчас вышел спортсмен из Калуги Сергей Сафонов, его нагрудный номер 221. Но за вторую и третью позицию в этом забеге по-прежнему продолжается упорная борьба между Сергеем Голдином, 93-й номер, Романом Чистоступовым, 223 номер, и Сергеем Сафоновым, его нагрудный номер 221. Он по-прежнему пока ведет бег на второй позиции, но мы видим, что его преследователи сейчас, как говорится, находятся в спине. И я полагаю, что его преследователи не оставят попыток. Мы видим, что, да, действительно, перед входом на дальний вираж от финиша один из спортсменов предпринимает попытку и обходит Сергея Сафонова. На вторую позицию вышел спортсмен из Дубны Роман Чистоступов. Видимо, не устроил его тот темп, который Сергей Сафонов задал на дистанции. Мы видим, что Роман Чистоступов сейчас уходит в отрыв. Он ведет бег на второй позиции. Ну, а спортсмен из Калуги Сергей Сафонов продолжает бег уже на третьей позиции. Лидер по-прежнему Иван Тимонов из Читы, нагрудный номер 60. Ну, по всей видимости, Роман Чистоступов, я уже говорил, что сейчас Роман Чистоступов, он ведет бег под номером 223, находится на 10-м месте в общем зачете по сумме троеборья. А Сергей Сафонов, который сейчас ведет бег на третьей позиции, имеет 8-й результат по сумме троеборья. По всей видимости, Роман Чистоступов, который сейчас ведет бег на втором месте и достаточный уже отрыв уходит от своих преследователей, имеет, скажем, имеет шансы повысить, набрать то очко, которое позволит ему в итоге в сумме четырехборья перейти с 10-й позиции на более высокое место.
На девятом месте Илья Чеплыгин, его на грудь номер 172. Он сейчас значительно уступает в забеге. Забеги с тем, кто находится на более низшем месте. И Роман Чистоступов имеет все шансы к тому, чтобы обыграть московского спортсмена Илью Чеплыгина. Напоминаю, что Чеплыгин сейчас на девятом месте в сумме троеборья, ну а Роман Чистоступов на втором. И, видимо, Роман Чистоступов имеет амбициозные также и помыслы претендовать также и на еще более лучший результат, набрав количество очков, которое позволит ему обыграть и Сергея Сафонова, который финиширует под номером 221. Итак, 223 номер Чистоступов Роман. И смотрим, какая разница ставит между ним и Сергеем Сафоновым. 221 номер. Напоминаю спортсменам, что финиш по третьей дорожке. Внимание, финиш по третьей дорожке.